Привет, мои дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как пройти вот эту игру Мистер Мид на призраке. Загрузка. Вот мы едем такие. Это начало вот такое вот. Вот. Вот мы такие сюда, такие входим. Ну, и начнем, как говорится, делать все. Вот. Вот у вас такое ружье. Ну, мы не будем вот здесь разбивать стекло. Я вам покажу. Здесь не будем. Другой способ, очень даже прикольный. Я вообще так узнал его. Вот. Бубух. Вот, давай. Входим. Как-то мы так пролазим. Так, ну, честно скажу, ружье вам больше не понадобится. Это кто легко. Надо там ружье, чтобы его там убить. Там. Ну, то есть не убить. Ну, да, вообще-то его там не убьешь. Так. Вот здесь все нормально. Так. Здесь. О, ключ. Уже все нашли. Почти что уже начали находить все. Хорошо. Так, оп. О, вот. Вот зеленый замок. Вообще, блин, ну я так волнуюсь. Надеюсь, пройду игру. Так, 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 так. Вот молоток, смотрите. Вообще такая загвоздка, что тут надо, получается, смотрите. Тут стекло, и тут написано «Help me», ну, помогите мне. А по-настоящему здесь сейф такой, как отвлекающий маневр. Супер, да? Так, вот идем сюда, чтобы получить перчатку. Оп. Вот она, перчатка, нашли. А это что такое? Он ключ от машины, вообще супер. Я думал, он должен быть в другом вообще месте. О, привет, ешь свое мясо. Странно, как-то он свое мясо ест, ужас. Он им и бьет, он им и ест вообще. Так, о, блин, что я на сейф показываю. Нам же надо вот здесь вытащить из этой штуки. Вот. Какой-то крутой ключ. Вообще такие вообще бывают. Так, мы здесь еще что-то найдем. Так, так, так. О, блин, это ключ от секретного ящика. Ну, честно сказать, он нам сегодня не понадобится. Я пройду игру быстрым способом таким. Так, грохнулись, погнали. Это самый быстрый и, ну, прикольный способ пройти игру. Так, это мы здесь оставим. Пошли, погуляем, как говорится. О, привет, мистер Мид. Пока. Привет, пока. Так, это наш зеленый ключик. Так, так, так. О, вот клещи. Да, нам же нужны клещи, чтобы гвоздики отколотить. Гвоздики. Все надо гвоздики. Так, здесь должны были... Тут должна была какая-то штука быть. Ну, не знаю, почему нет ее. Вот. Кусачки должны здесь были быть. Вот. Нет, блин, почему нету ничего? Ну, и ничего, мы все равно пройдем игру. Очень даже быстренько так. Ничего нет здесь. Ну, здесь был ключик, да. Так, мяско в холодильничке. Пойдем. Нам же нужен, блин, этот ключ от машины. Так, сейчас возьмем. Ну, мы там должны что-то получить точно. Вот некоторые могут думать, что это за ключ от машины, зачем он вообще нужен. Ну, я покажу, зачем. Так, он опять свое мясо ест. О, господи. Ужас.
Так, 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 так. Вот, о. Если здесь давай. Бах! О, крутяк. Все так разломалось. Круто. О, мистер Мид опять идет. Так, привет. Пока. Это ты куда там идешь? Синий ключик наш он. Угу. Ты-дры-ты-ты. Так, 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 так. Зачем я сюда пошел? Непонятно, ладно. Надо найти нам. Что-то надо точно найти, мне кажется. Так, что-то надо точно найти. Вот. Клещи нам надо еще одну штуку сделать, сломать. Ну, это кто любит, например? Кто любит одну штуку? Блин. Да, надо вот эту штуку разломать. Кто любит, например, ружье, и вам оно нужно? Я покажу вам, как, например, получить это ружье. Я покажу вам. Так, вот, теперь нам надо. Да, кусачки эти, блин, где они? Что, мясо что-то. Все со своим мясом никогда не расстанется. Зачем ему эта девушка, если у него есть мясо? О, вот. Вот, давай, гвоздик. Гвоздики, открывайтесь. Вылезаем. Не, я просто паркурю сейчас. Я паркурю. Паркур! Блин, как это, как вот это. О, здесь патроны для дробовика должны быть. Вот, видите, патроны для дробовика. Вау! Есть кот! Кот! Ебой! Ту-дру-ту-ту. Так, сейчас мы просто тупо выиграем. Я даже не разбил стекло и могу открывать эту дверь. Супер. Так, ну, давай. Чи-чинь. Открылся, все спокойно, да? Ключик есть. Да. Мистер Ми даже не обратил, мне кажется, даже на это внимание. Ладно, пойдем уже. Сюда положим. Ну, когда вот я найду эти кусачки, надо, блин, кусачки. Может, в этих ящиках должно что-то быть. Должно. Давай, давай. Давай. Есть. Кусачки, это все. Мы победим, точно, мы точно победим. Надо разрезать сейчас провод. И еще один провод. Да, долго. Но мы точно победим, я знаю это. Так, разрезали. И пошли. Все, идем. Идем, мы точно разрежем сейчас провод. Пусть. Ну, погнали, ребят, спасать нашу девушку. Вот она здесь, бедная, там должна спать. Ох, мясо какое-то там. Мистер Мид этот. Он идет там проверять, что там происходит. Кто-то ее хочет открыть. Прикольно. Так. Все, мы точно пройдем сейчас игру. Я это точно знаю. Вот последние ключики. Интересно, какая будет концовка? Наверное, нам еще надо доказательства. Может быть. Сейчас мы точно должны открыть. Точно мы должны победить, как говорится. Да? Я знаю, что мы должны победить. Я это точно знаю. Так, а теперь я вам покажу вот это. Я не знаю для чего. Сами почитайте, как говорится. Вот, зарядили. И ты где ты? Тушеное мясо. Вали нафиг. Вот так. Все, пусть он лежит там. Я надеюсь, он честно не встанет. Ну, он может увидеть, как я ее унесу, наверное. Я буду что с ней делать, интересно? Нести эту девушку, или она сама пойдет? Идем. Мы точно победим. Люди, ну честно, вот просто поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Честно, если вы хотите, ну, чтобы увидеть, как это сделать. Вот. Ну, чуваки, мне кажется, на этом конец.
Я вот беру ее. И, наверное, да, я взял ее. Ладно, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Вот, знаете, это конец. Я победил и желаю вам победы. Надеюсь, что вы тоже выиграете. Мистер Мид, прощай!